presenting to you, introducing to you our speaker today. И представляет вам нашего сегодняшнего оратора. Edward Ferguson has been married to his wife Nancy there for almost 50 years. Эверетт Фергюсон, жена, вот его жена Нэнси, сидит здесь почти полвека, они уже вместе. About the same amount of time ago, he finished the Harvard Divinity School with excellent marks, excellent grades. И примерно в это же время он закончил богословскую школу Гарварда со всеми отличными оценками, то есть получил диплом с отличием. He gave the graduation speech in the Greek language. И свою речь при защите своего диплома он произнес на греческом языке. Dr. Ferguson was a professor of Bible and New Testament for more than 35 years at Abilene Christian University. Доктор Фергюсон более 35 лет является профессором, преподавателем Библии и библейских дисциплин в Абилинском христианском университете. Abilene, Texas. Он находится в городе Абилин, штате Техас. Dr. Ferguson has written several books on the early church and the backgrounds of the New Testament. Доктор Фергюсон написал несколько трудов по истории ранней церкви и по предыстории развития. One of them is called Backgrounds of the New Testament. Одна из этих работ называется «Введение в контекст Нового Завета». Another called Early Christian Speak, which is in two volumes. Другая книга носит название «Говорят ранние христиане», она в двух томах вышла. He was one of the founders of the journal Second Century about the early church. Он один из основателей журнала «Второе столетие», посвященного ранней церкви. Recently he has finished writing a dictionary of the early church for Zondervan Publishing Company. Недавно он закончил редакцию словаря по истории ранней церкви для издательского дома Зондерва. He's also been an elder in the local church of Christ for more than 20 years. Кроме того, он являлся более 30 лет старейшиной по местной церкви Христа в Техасе. And so he is regarded as one of the leading experts in the world on the early church. И он считается одним из ведущих экспертов по истории ранней церкви.